Так. Так. Оно что-то не должно земли на землю менять, верно? Чисто ради интереса это проверить. Вроде мы дохают их, ну, можно их больше создать. Повреждение 40, нихера себе. А где-то у меня тут был воин. Повреждение 40, ядрен батон. Я вас прошу, вы только, блин, возвращайтесь, когда все плохо. Вот хрень. Все тут, блин, покоцало. Там, блин, летает штука. Блин, сколько у нее жизни, а? Да, у этих котиков и собачек, конечно, работы будет немерено. Надо будет их еще что ли создать. Гвозди. Создается из, по сути, из говна и палок. Ну, вы ее замаслали или нет? Чертовски странную хрень. Три. Что там за вещи появились? Так, ладно. Закопаем. Тут, кстати, в принципе, можно не рыть. Этот же чувак все тут будет ломать. Всю крышу заполнить этими домиками. Пусть все, что спускается, просто уничтожается нахрен. Ёлки-палки. Как
как раз там и надо. Еще два смогу создать или нет? Доски. Так, ладно. Серебряная руда, там надо качать. Серебряная руда. Немножечко. Угля нет. Уголь, конечно, можно и добыть. Что за звук? 6, 1, 2, 3, надеюсь, 1, 2, 3, 4, 5. Где тут 6-то, я не могу понять, 1. 6, можно вот так считать. Нет, тут с этим песком, конечно, блин. Проблемы. Чё там доски? Доски не создаются. Блин, там эти непонятные штуковины, блин. Тут, походу, вообще можно не рыться. Верно, тут не стоит рыться. Вот этих еще замаслать козлу. Их тут много, блин. Могут навалять. Всем, кому плохо, отступайте. Блин, валят, а, гады. Серьезно, валят. Запрещено покидать убежище-то я. Понял, блин. Так. Так, ладно.
Ладно, блин, вся эта хера там, блин, как же она меня кумарит, эти. Вот эта закладка с этими статуями сраными. Фонтан, барельеф. Что фонтанов наделать миллиард? Как же мне быть? Что там в этой закладке? Фонтаны, статуи каких-то херов. Блин, ладно, фонтаны, блин. Каменный набор стен, а что тут еще? Статуи горгули. Ага, горгули, может их миллиард штук создать, а? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ого, 4. Всего лишь 4. Ядрен батон. Потом разберем. Двери, блин, надо тут строить. Блат. Блат невозможно. Может, его на улице где-нибудь поставить? Да. Так, что у нас тут первый? Инструмент для копания. Ты у нас без инструмента для копания, солнышко. Ну, пусть будет стальная кирка. Где мой тут дурацкий лучник? 26, ёлки-палки, так всё-таки он попадает. Всё-таки он попадает. Ну, это же надо.
куда они лазят, а? Где вы шаритесь, ребята? А-та-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та. Вас пока дождёшься, блин. Быстрее самому тут все закрыть. Прощай, козёлка. За чудные, блин, книги создаются, а? Обработка серебра. Тебе, чувак, надо обувь. Вообще тебе много чего надо. Это же не считается моим домом, в принципе, можно тут коснуть временно. Зато быстрее ходить будут. Что он делает? Непонятно. Но эти книги потом и не читаются, или что с ними делается? Да не бегите вы к нему, там он сам совсем справится. Уже там кися живет. И не одна. Сейчас они всех вас тут отмудохают. Окей. Окей, да-да-да, лук-громобой. Лук-громобой, это все круто, но, наконец-то мы... Ружье, блин, да, блин, все, всем вафли. Стальные заряды, тир, да. Все, посох мага, ядрен батон. 6 штук. О, ничего себе. Повреждение 30. Повреждение 30. Нихера себе, блин. Кто там у нас с пистолетом ходит? Так, ты ж наш полуголый чувак. Где эти пистолеты все, блин? Пистолета убивато. Так, эти книги читать можно или нет? Я не понимаю, военное искусство. Где она берется, эта книга? Перинки.
Чехакс. Ладно. Но мы голодны. Кушайте, заодно поправите свое здоровье. Так, это крутые тут чуваки, их много. Ну ничего, 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 мы к вам еще зайдем в гости. Чего сюда, блин, не идете, я не могу понять. Ну же, сходите туда. Как он там вырос. Не пойму, чего вы не это не находите нужный путь. О, ё-моё. Что произошло? Что произошло? Прям уже освоил? Да нифига себе, еще ничего не начинал делать. Книга, обработка золота. Ёлки-палки. Вот так легко, да? Это круто, с книгами мы тут сейчас вкачаемся мгновенно. Отлично. Отлично, ёлки-палки, я поддерживаю. С такой-то скоростью качаться. Окей, блин. Что-то сильно дохера создал этих книг. Посмотрим, может начну делать, я отменю. Так. О боже мой. Лук громобой, ЮПРСТ, огнемет. Выжигает все живое. Блин, что тут происходит? Пульки. Прям внезапно мы так качнулись. Прям вот так. Сходу. Хигакс. Окей, давайте следующую ветку. Сейчас мы все это книгами апнем. Таймать его заново. Книга. Так, раз, два, три. Тише. Это я вроде не громко. Короче, меня попросили тише, но, ребята, я... Сейчас я микрофончик чуть ближе к себе пододвину. Ну, вроде бы я вообще не шумлю. Короче, сейчас книгами все вкачаем. А есть какая-нибудь книга? Книга, чтобы эти камни не вкачивать, а? Вот реально. Вот здесь книга, чтобы сраные камни не качались.
Ну, нормуль. Нормуль, какое-то прям облегчение. Должен я сказать, столько тут всего сходу качается. Вот, а тут уже мифрил, ядрен батон. Тут я не знаю, тут, наверное, нет смысла ничего делать. По-любому это все разрушится. Наверное, нет смысла тут ничего ломать. Мне сложно клетки посчитать, просто трындец. Все тут такое одинаковое, блин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6. Что-то там вкачивается, блин. Скорость производства 10. Здоровье 5. Ё-мо, что-то, блин, тут... Книга по обработке золота. Так я таки до крутых посохов сейчас дойду, до мифриловых. Кстати, по поводу посохов. Маг. 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 Раз, два, три. Еще три посоха создать. Угу. Три посоха мне не дает создать. Ё-моё. Ё-моё. Парашют. Так, пистолет. Воин, так, лучник. Есть один лучник у меня, и воины там есть, ладно. Чем заняты гномы, собственно говоря? А, собирают всякое добро. Ладно, тут я надеюсь, оно как-то само застроится, или я хрен его знает. Через минуту на нас нападут. У нас ни брони толковой нет, ничего, но, блин... Так, это уже вкачалось как-то немыслимо само. Мифрил, да он уже рядом, блин. Так, а что у нас тут? Что у нас тут? Книга «Прочные укрепления». Да, блин. Отлично. Отлично, я сейчас все книжками сделаю. Да и все дела. Чё там так, блин, качается, я не успеваю.